Всем привет, и сегодня мы проведем обзор конденсаторного USB микрофона Blue Snowball. Двухкапсульный конденсаторный USB микрофон для домашнего и студийного использования. Хочется отметить высокое качество сборки и материалов микрофона. Использование металла добавляет прочности конструкции и улучшает внешний вид. У подставки три откидывающиеся ножки. На верхней части мы видим резьбу для крепления микрофона. На самом микрофоне, в нижней части, также имеется резьба. Давайте теперь соединим их. Вращаем микрофон по часовой стрелке, пока он полностью не скроет резьбу на подставке. Микрофон свободно вращается вокруг своей оси, что позволяет легко повернуть его в сторону источника звука. Также микрофон может наклоняться назад и вперед, благодаря шарниру в области крепления микрофона. Если открутить фиксатор на подставке, то это позволит поднять микрофон повыше. Зафиксируем его в этом положении. Давайте теперь повернем микрофон. И на задней стороне мы видим USB разъем и переключатель режимов работы микрофона. К USB разъему подсоединяется вот такой кабель, идущий в комплекте. Давайте подсоединим его. Переключатель режимов работы позволяет микрофону работать в трех режимах. Первый – кардиоидный. Второй – кардиоидный минус 10 дБ. И третий режим – всенаправленный. Протестируем режимы в действии. При подключении микрофона к компьютеру загорается световой индикатор на верхней части корпуса. Запись производится с частотой 44 кГц и разрешением 16 бит. Режим номер один. Кардиоидный. Запись производится в передней части микрофона в секторе 45-60 градусов. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Режим номер два. Аналогичен предыдущему режиму, но здесь запись производится с пониженной громкостью для записи в шумных помещениях. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. И наконец режим номер три. Всенаправленный. Запись осуществляется со всех сторон микрофона. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Для сравнения послушаем звук, записанный встроенным микрофоном камеры Canon 650D. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. В чем же преимущество конденсаторного USB микрофона перед обычными конденсаторными микрофонами? Первое – это низкая стоимость и высокое качество звука. Обычному конденсаторному не USB микрофону для хорошего звучания требуется предусилитель и качественная звуковая карта. USB же микрофон содержит в одном корпусе три этих устройства. Благодаря этому форм-фактору он будет всегда дешевле трех отдельных устройств. При этом сохраняется высокое качество звучания. Второе преимущество микрофона – простота в использовании и компактные габариты. Подключив это устройство напрямую к компьютеру, оно сразу же готово к использованию. Совместимо как с Mac, так и с PC. Даже подключив его к iPad через USB-переходник, оно будет работать. Благодаря уникальному форм-фактору 3 в 1, оно имеет компактные габариты и будет всегда меньше в размере, чем 3 отдельных устройства. Без лишних проводов и переключателей компактный, красивый и недорогой конденсаторный USB микрофон Blue Snowball станет отличным помощником в ваших начинаниях и будет радовать вас хорошим звучанием. Хотел бы порекомендовать данный микрофон для записи аудиоподкастов или видеороликов. Окей, это был обзор конденсаторного USB микрофона Blue Snowball. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!